Да, неприятности случаются. Кстати, сейчас взял новый кейс для камеры. Пытаем, как микрофон будет писать. Такой специальный для GoPro. Защищает саму камеру дополнительно. Плюс у него есть микрофон спереди и сзади. В общем, будем смотреть. Значит, что у меня случилось? Старый зуб. Лет, наверное, 7 или 8 этой пломбе. Вчера сидели в баре. Вот недавно его проехали. И, в общем, живанул. Показалось мне, что у меня какая-то косточка под зуб зашла. Но в итоге нет. У меня просто зуб продольно разломился на две части. На одной части пломба осталась, а на второй она стала подвижная, в общем, и она колола десну. Сегодня поехал, три объехал стоматологии. Сегодня понедельник, и ни одна из них не работает, ну, нормально. Одна работает с 9, но доктора будет только в среду, через 2 дня. Вторая работает только с 11, но там все забито. Поехал в какую-то там типа emergency, приезжаешь туда, но там только запись на emergency с 10:30, если это можно так назвать, да, emergency. И приезжаешь туда, и тебе нужно ждать там еще 4 часа. А если у тебя там адская боль, ну, норофен пей. В общем, в итоге решение какое? По знакомым, опять же, все здесь по знакомым. Мы находим подпольную стоматологию, которая работает без лицензии, но с полным оборудованием. И вот я сейчас туда еду, я не могу показать адрес, потому что там звонки только от своих принимаются. Если ты там лечил зубы, тогда тебя вносят в список, и ты можешь рекомендовать кого-то, но ты должен позвонить заранее, что от тебя позвонят. Иначе, если ты просто позвонишь, тебе скажут, вы ошиблись номером. Вот такая вот тема. Значит, это обычный дом, это обычные апартаменты, но они переделаны под такой подпольную стоматологию. А как все пройдет, расскажу, покажу и скажу порядок цен вообще, какой здесь по зубам. Вот, все, теперь мы увидимся уже, либо я украдкой поснимаю в кабинете, либо уже после выйду с анестезией. Все, вот такие у нас здесь виды. Ну, они были в прошлом ролике. Вот так вот у нас все выглядит. Католический какой-то там храмик. Вот так. Вот так. Все у нас, все выглядит. У всех в машинах постоянно маски. Либо внизу, либо где-нибудь вот здесь вот на зеркале может висеть. Может еще где-нибудь. Это мы сейчас по Ocean едем. Ocean Avenue. И вот на Ocean Avenue будет у нас вот эта вот стоматология. Где-то в районе пересечения Avenue R. И там еще улица есть Квентин. Всякая вот такая вот тема. В общем, недалеко осталось. Вот примерно вот в таком вот доме, примерно в таком доме располагаются всякие разные подпольные темы, но не в таком. И вот так все примерно вот выглядит в районе Quentin Road и Ocean Avenue, такая вот улица. Я на подобной улице работал, у нас был офис, когда я занимался шкафами. Очень такие прикольные районы здесь, очень славненькие люди, спортом занимаются. Сейчас уже придем. У нас, правда, здесь огромное количество мусора, потому что службы не убирают, не подметают, не стригут. Я не знаю почему, в чем причина. Но вот здесь вообще констракшн идет новый. Вот кусок вам Бруклина в ленту. Здесь более-менее уже дом почистил самостоятельно. И вот так вот мы пешочком проходим. Вот Ocean. Автобусы. Как видно, в автобусах даже пишут, что маска обязательно. Все, пойдем лечиться. Короче, вот так это выглядит. Подпольно. Кого-то сверлят пока, пока меня не слышат. Вот здесь вот чуть-чуть. Я ненавижу этот звук сверления зубов. Вышел. Провел я там 2 часа. Это вот мои остатки зубов. Слева зуб, справа пломба. Все, это мне не надо.
Значит, что мы делаем по итогу? Значит, это все, в принципе, очень дешево, если делать в таких вот подобных офисах. Если сделать обычный dental clinic, это где-то будет стоить в раз дороже, примерно. Что сделали сейчас? У меня зуб был, вот этот вот зуб, и вот правая часть у меня полностью развалилась. Вы ее видели? А у меня остались там корни, нижняя часть какая-то. Она мне все это дело убрала, одна стенка осталась, и она мне сделала полностью зуб, восстановила. И у меня сейчас там стоит такой анкер. Она вкрутила мне анкер, вокруг него создала пломбу, ну и как бы полностью восстановился зуб целиком. Это полимерная штука, не двухкомпонентный состав. Значит, и рядом у меня еще есть коронка. Это можно будет убрать и сделать двойную коронку. Порядок цен. Порядок цен следующий. Значит, вот то, что я сейчас сделал, это стоило мне $150. Я считаю, что это очень дешево. Это прям очень-очень дешево. Там прием, не прием. Мне сделали еще там два снимка, но это касаемо другого зуба. Сейчас тоже расскажу. Это прям по дешману. Мне вот эту коронку потом надо будет сделать. Все мне обойдется так, $600. Две коронки у вас сделать. Еще у меня нет зуба с этой стороны, номер 5. Сейчас мужик тут вентилятором мешает мне. Стали убираться, кстати. Ладно, теперь про зуб. Зуба нет. В России мне вернули сюда штифт. Металлический такой. И если у вас подобная ситуация, вы полностью убираете зуб, у вас нет там корней, ничего нет, вам нужно вкрутить туда анкер и сделать зуб, это все будет стоить $1300. Один зуб. У меня анкер уже стоит, я его в России поставил. Поэтому мне это все обойдется в $650 сделать полностью зубик. Я считаю, что это тоже дешево. То есть вот такой порядок, примерно вот такой порядок цен. У них есть, как он называется, рентген. Все у них есть, все нормально, можно сразу делать снимки. Вам тут же на месте скажут, что к чему. Вот, тетка нормальная, у нее 30 лет опыта в зубах. Она закончила еще тогда российский, вот этот самый медицинский университет, и здесь работает. Кабинет на одного человека, она работает сама, без ассистента, оно и не надо, у нее все вокруг. Очень-очень профессиональная тетка, приятное общение, все нормально. По, как это называется, тот, который человек делает импланты, он вместе с ней работает уже очень давно, очень большой опыт у него, поэтому если вам надо в Бруклине, в южной части, ну или неважно, короче, в Бруклине за деньги сделать зубы, то телефон оставлю свой. Текстайте мне свои вопросы, я вам буду контакты давать. Но только так. Так озвучить, к сожалению, не могу. Вот такой порядок цен про зубы. Все возможно. Хотите, идите в дентал обычный, хотите пользоваться такими офисами. Они с большим опытом, они все делают, у них все стерильно, все нормально. Это не какая-то там китайская шерош-контора. Вполне себе приемлемо. Вот так. Вот так вот. Все давайте будем с голливудскими улыбками. Все, пока.